Sony TCR7-2. Могучий двухдорожечный двухканальный катушечный аппарат под 30 килограмм весом. Не включался, не работал переключатель. 2-4 дорожки на воспроизведение пришлось разбирать, реставрировать, собирать и устанавливать обратно. Ремонт, чистка, смазка переключателей. Проверяем запись на полностью настроенном аппарате после этого. Диск. Шум ленты даже приятен. На 19 скорости аппарат настроен. На эту ленту LPR, обладающую самой высокой отдачей.